По многочисленным просьбам для женщин СТЗ ФМБА России в честь праздника Международный женский день 8 марта исполняется песня про любовь. А о нашей встрече что там говорить? Я ждал ее, как ждут стихийных бедствий, но мы с тобою сразу стали жить, не опасаясь пагубных последствий. Но мы с тобою сразу стали жить, не опасаясь пагубных последствий. Я сразу сузил круг твоих знакомств, одел обул и вытащил из грязи. Но за тобой тянулся длинный хвост, длиннющий хвост твоих коротких связей. Но за тобой тянулся длинный хвост, длиннющий хвост твоих преступных связей. Потом я помню, бил друзей твоих. Мне с ними было как-то неприятно, хотя, быть может, были среди них наверняка отличные ребята, хотя, быть может, были среди них наверняка отличные ребята. О чем просила, мигом делал я. Я каждый час старался сделать ночью мрачной, из-за тебя под поезд прыгал я. Но, слава богу, не совсем удачно, из-за тебя под поезд прыгал я. Но, слава богу, не совсем удачно. И если б ты ждала меня в тот год, когда меня отправили на дачу, я подарил тебе весь небосвод и две звезды кремлевские в придачу. Я подарил тебе весь небосвод и две звезды кремлевские в придачу. И я клянусь, последний буду гад. Не ври, не пей, и я прощу измену и подарю тебе большой театр и малую спортивную арену. И подарю тебе большой театр и малую спортивную арену. А вот теперь я к встрече не готов. Боюсь тебя, боюсь ночей интимных, как жители японских городов боятся повторения Хиросимы, как жители японских городов боятся повторения Хиросимы. С 8 марта, дорогие женщины!